Почти 200 работ от сотни авторов. И все на осеннюю тему. Традиционная экспозиция знакомит с различными видами искусства, в которых работают художники региона. Живопись, графика, скульптура, народное искусство, а также декоративно-прикладное искусство. В экспозиции как работы признанных мастеров, так и молодых авторов. Есть уже заученные какие-то вещи у нас в голове, а есть фактически пришедшие авторы. Их было много. Последние годы это много. И было интересно. Интересно смотреть новых авторов, новые решения, новые работы. Осень – время вдохновения, потому и работ много. В основном пейзажи – узнаваемые места, но в интерпретации художественных взглядов мастеров. Осенние натюрморты тоже наделены особой красотой – красотой увядания. На выставке планируется провести ряд мероприятий, знакомящих рязанцев и гостей города с творчеством региональной организации Союза художников. Это встречи с художниками, мастер-классы, лекции, квесты и экскурсии. И даже в этот огромный зал не вошли все экспонаты, которые художники региона заявили к участию в выставке. Поэтому в планах выпустить целый каталог «Осень-2023».